Сегодня в Центре развития маунтинбайка прошел первый турнир по тяжелой атлетике памяти Сергея Шелтукова. Спортсмены соревновались в том самом зале, в котором 2 года назад проводился чемпионат России по этому виду спорта. Оргкомитет тогда возглавил Сергей Шелтуков. Его не стало в сентябре прошлого года. В последние годы он занимал должность министра физической культуры и спорта республики. Сергей Шелтуков сам активно занимался спортом, был кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, судьей всероссийской категории по легкой атлетике. Сегодня, 3 июля, ему исполнилось бы 48. Это первые открытые республиканские соревнования в памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Шелтукова Сергея Сергеевича. Он очень любил, да, тяжелую атлетику, хотя, конечно, он всем видам уделял много внимания. Но все-таки тяжелую атлетику он, наверное, больше любил, потому что это для него действительно это его вид спорта. Он сам очень много лет жизни отдал тяжелой атлетике. Вот. Мы вместе с ним начинали, вместе с ним поднимали на одном помосте. Участники соревнований – сильнейшие тяжелоатлеты региона. Поднимали штангу и женщины, и мужчины в разных весовых категориях. Наталья Шайманова сегодня выступала в весе до 71 килограмма. На счету воспитанницы столичной спортивной школы имени Валериана Соколова победы на первенстве России и республики. Честь такого человека, надо обязательно выступать. Это уважение. Яна Мохина весит всего 49 килограмм. Тяжелой атлетикой занимается с 8 лет. Ее рекорд в рывке 75 килограмм и в толчке 100. Сейчас я, конечно, далека от этих результатов, потому что в последнее время было много болезней. Вот. Ну, надеюсь, за 3 сбора до октября я приближусь к ним. В октябре должен состояться первенство Европы в Румынии. Вот. Впереди еще 3 сбора подготовки будет. Вот сейчас главная цель – это занять первое место на этом первенстве Европы. Спортсмены из Чувашии представляют регион на российской и международной арене. 11 тяжелоатлетов из республики входят в сборную страны. В командном первенстве на чемпионате России из 40 регионов наши спортсмены вышли на 6-е место. Вспомним прошлый год, когда у нас выступало 4 спортсмена на одних соревнованиях. Это первенство Европы среди юниоров проходил в Польше. И вот из 4 спортсменов 9 медалей мы привезли с Польши. Я думаю, что это хороший показатель, потому что, скажем, нас переплюнуть сегодня, чтобы 5 спортсменов выехали, полкоманды в стране, это очень сложно. Поэтому я думаю, что показатель очень хороший. В памяти Сергея Шелтукова эти соревнования станут традиционными. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика.